Совместное производство с Paradis Pictures Corporation. Шок будущего. Доктор Нейден. Доктор Нейден. Are you familiar with the statistics of violence in the United States? Статистика. There's a violent crime committed every 17 seconds. Каждые 17 секунд. Forcible rape every 5 minutes. Преступление каждые 5 минут. Bribery every 46 seconds. Murder every 21 minutes. Ограбление каждые 20 минут. The fact that I find it hard to ignore the staggering statistics. Довольно-таки трудно примириться с подобной статистикой. Подобное мой муж называл паранойей. Вроде бы он вам говорил об этом. Хотите кофе или, может быть, стаканчик воды? Да, от воды бы я не отказалась. Билл Пэкстон в роли соседа по комнате. У Джека были своего рода мечты. Он мечтал о полете на другую планету, он не мог смириться с тем, что насилие происходит здесь, на нашей планете, и что насилие касается нас самих, наших семей, наших домов, обычных людей, таких как вы. Я женщина. Я живу в современном городе. Мой муж оставляет меня на несколько дней одну в большом доме. Каждый вечер мне приходится мыть машину у себя в гараже. Да, я могу сказать, что я расцениваю себя как ходячую мишень, и вы думаете, что вы не сможете выжить. Я не боюсь смерти, если вы это имели в виду. Смерть. Да, я могу принять смерть. Тогда чего вы боитесь? Просто посмотрите программу новостей, Господи. Это просто кошмар какой-то. Это пытка какая-то там происходит. Я не хочу, чтобы Джек видел это. Но ваш муж считает, что у вас психическое расстройство. Я даже не знаю, что мне еще делать. Может быть, вам стоит столкнуться лицом к лицу своим страхом, вместо того, чтобы бежать от них. Вам знаком такой термин, как виртуальная реальность? Вроде бы да. Мы создали новое лекарство, которое помогает при помощи гипноза или виртуальной реальности людям избавляться от их психических расстройств. При помощи этого средства мы способны постичь самые тайные уголки человеческого рассудка и найти ответ на решение проблемы. Мы можем помочь вам в этом плане. Вообще-то, я не этого ждал, когда пришла сюда. Конечно, это новое средство, но абсолютно безопасное. Нам нужно знать, насколько ваше понятие о реальной и мнимой угрозе отличается друг от друга. Просто расслабьтесь, откиньтесь и смотрите на свет. Простите, доктор, но я не уверен. Я знаю, конечно, что это всего лишь ваш первый визит. Может быть, вы как-нибудь еще зайдете ко мне и попробуете еще раз. Хорошо, я подумаю об этом. Сегодня в суде слушалось дело об убийстве единственной дочери сержанта полиции. Защитник обвиняемого представил случившееся как типичную автокатастрофу. В местных новостях всеобщее внимание привлекли случаи исчезновений кошек и собак. Говорят, что в округе появился волк, который, по крайней мере, ответственен за исчезновение 5 кошек и 6 собак за последние несколько недель.
Здравствуйте, миссис Поттер. Сегодня прекрасный день, просто великолепный день, просто великолепный день. Дверь на охране. У вас есть 10 секунд, чтобы отключить систему сигнализации. Сигнализация отключена и включена реверсивным способом. Спасибо. Джек? 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 Мне наплевать, что там сказано в отчетах. Нельзя закрыть базу из-за того, что там какие-то фанатики подняли вой. Да, конечно. Мы что-нибудь придумаем. Увидимся на самолете. Там увидимся. Джек, ты что, уезжаешь? Нет, у меня выбрало. Ты понимаешь, опять неприятности. Мы поедем с Тимми в Нью-Йорк на 3 дня и постараемся что-нибудь уладить. На 3 дня. Ты ходила к доктору? Да. Ну? Господи. Ты знаешь, я слышала, по новостям сегодня сообщали о том, что в последнее время очень много собак-кошек пропадает. Как ты думаешь, что является причиной этого? Наверное, под машину попадают. Миссис Уорден так и не узнала, что убило ее лабрадора. Она думает, что это какое-то дикое животное или что-нибудь типа этого. Дженни, что я должен сказать на это? Что ты не уедешь? Что ты не оставишь меня одну здесь опять? А что доктор сказал? Да ничего он не сказал. Что я должен делать? Позволить компании развалиться на части, только потому что моя жена боится собственной тени. Джек, собака ее была разорвана на части. Да, но полиции, миссис Роуз, сказали о том, что это машина сдавила ее машину. И даже если это было дикое животное, какая разница? Каким образом дикое животное пробьет сюда? Это же прямо как Форт Нокс. Здесь повсюду сигнализация, здесь повсюду видеокамеры, здесь стальные двери. Да тут ничто не может случиться, тут никто не может появиться, никто сюда не может проникнуть. Что я должен делать, по-твоему, оставаться здесь каждый день, каждый час, каждую минуту? Дженни, ты должна прекратить это. Ты даже уже больше не позволяешь мне открывать окно. Прости. Мы скоро станем таким образом пленниками собственного дома. Прости, Джек. Черт возьми, просто я ничего не могу поделать с собой. Ничего, все у тебя будет хорошо. Ты меня любишь? А ты как думаешь? Сигнализация отключена. Я тебе позвоню, как только приеду в Нью-Йорк. На всякий случай. Хорошо. Будет уже поздно. Ничего. Позвони мне. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Пока, дорогая.
одна в большом доме. Сигнализация включена, спасибо. Телефонная книга. Привет, Тереза. This is Jenny. Это Дженни. Jenny Porter. Дженни Портер. How have you been? Как дела? Yeah, it has, hasn't it? Да, да, действительно. Hey, but не правда ли? Хотела бы я как-то с собой встретиться. Да. Hey, you know what? Знаешь что? Насчет того, чтобы сейчас заезжай ко мне на ужин. Можешь остаться у меня на ночь. Джека в городе нету. Ты шутишь. Ой, Господи, я даже не знал, что у тебя есть ребенок. Что, ему уже 14 месяцев? Нифига себе, Тереза, да, действительно, давно мы с тобой не виделись. Слушай, без проблем, да. Поговорим завтра, в таком случае. Хорошо. Хорошо. Хорошо, пока. Ах ты, идиотка. Так что вот так вот. Спасибо, Саня. Через несколько минут мы покажем вам репортаж с Уолл-стрит. Спасибо. Прекрати, да ну что ты? Сегодня Палата представителей приняла законопроект о увеличении количества
представителей патрульно-полицейской службы на улицах американских городов. По крайней мере, за последние полгода рост преступлений увеличился в два раза. В полтора раза увеличился рост преступлений против личности. Многие считают, что в стране наступил своего рода кризис преступности. По этому поводу сегодня состоялась демонстрация перед Белым домом. Демонстранты требовали от правительства обеспечения гражданских прав американского населения. Наши источники сообщили нам о том, что президент собирается подписать заявление по поводу петиции, врученной Белому дому демонстрантами. Тело 28-летней женщины, разорванное на куски в районе Малибы, было найдено сегодня вечером. Военно-морские специалисты сообщили, что им удалось обнаружить тело благодаря новой системе наведения сателлитных служб слежения. Пока что полиция не может ничего конкретного сообщить о том, что случилось, кроме того, что жертву зовут Дженни Портер. Нам сообщили о том, что в конце концов на конец сезона намечена историческая встреча между израильскими представителями и представителями ООП. Организация освобождения Палестины. Пожалуйста, откройте дверь, пожалуйста. Прости, малыш. Прости, прости. Давай устраивайся поудобнее. Давай. Давай, миленький. Ну? В чем дело? Господи!
Я сейчас убью это, я сейчас убью это. Прекрати, прекрати, Джо, не надо. На веки вечные. Вместе. Вы когда-либо фантазировали о том, чтобы быть убитыми? Никогда. А вы когда-нибудь думали о разного рода видах смерти? Насильственных и ненасильственных? Господи. Кушать хочешь? Хочешь что-нибудь прикусить? Пойдем. Пойдем. Хочешь кушать, да? Иди сюда. Иди кушай. Помоги мне. Бенглс, ну-ка отойди от окна, быстро. Пошел прочь.
Господи. Бенглс, уходи оттуда. Господи, ты меня с ума сходишь. Отойди от окна. Холли! 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 Дверь открыта. Холли, иди сюда. У вас есть 10 секунд для того, чтобы либо отключить, либо включить сигнализацию. 5 секунд. Холли, иди сюда. 4, 3, 2, 1. Двери закрываются. Сигнализация включена. О, Господи. Сигнализация включена. Спасибо. О, Господи. Холли. 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 Киса, 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 киса. Холли. 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 Thank you.
Не отвечает. Наверное, уже спит. Да, скорее всего. Помогите мне, кто-нибудь. Sparky. Hi, Mrs. Porter. Здравствуйте, миссис Портер. Вы что, играете со Спарки? Я собирался его домой отвезти, но, похоже, вы ему понравились. Спарки. Хороший мальчик. Миссис Портер. С вами все в порядке? Да. Да, со мной все в порядке. Это был просто Спарки. Дженни. Кто это? Доктор Лэндон. Время просыпаться. Боюсь, что мне придется вас разбудить сейчас. Я пришел сюда, чтобы предупредить вас о том, что я вас собираюсь разбудить. Три, два. Один. Добро пожаловать назад. О, Господи. Я думала, что я ушла из вашего кабинета. Именно в этом-то вся и прелесть этого препарата. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Я думаю, было бы обязательно, если бы вы могли сами увидеть, как все это складывается. Я была так напугана. I merely planted the seed of a German Shepherd, and you did the rest. В общем, я включил препарат, все остальное доделали вы. Стало быть, мой разум превратил Спарки в стаю волков. Да, Господи, ты Боже мой. Может быть, действительно мне стоит пройти терапию? At least until you get a better perspective. По крайней мере, до тех пор, пока вы себя лучше не почувствовали, мы отложим это. Извините, здравствуйте. А, мистер Робинсон, как вы сегодня себя чувствуете? Ну, не очень-то хорошо. Понятно. Доктор Лэндом сейчас освободится. У него сейчас другой пациент. Хорошо. Кстати говоря, вы что, поменяли страховую компанию? За последние несколько ваших визитов нам никто не заплатил. Ну да, то есть нет, я хотел, конечно, обратить слово в страховую компанию, но, вы знаете, как-то не собрался. Сообщите нам, когда вы все-таки выберете другую страховую компанию. Да-да, конечно. Проходите. Здравствуйте, доктор. Да-да, проходите. В чем ваша проблема, что вы решили встретиться со мной на три дня раньше? В общем, похоже, что все это почти что та же проблема, только все стало гораздо хуже. Я получил уведомление о выселении. Уведомление о выселении, а вы сделали то, что мы с вами обсудили. Да, конечно, но дело в том, что... Цены возросли. Джордж, какая разница? Зачем экономить на рыбьих консервах, если ты не можешь оплатить собственное жилье? Ну, не знаю, наверное, это я зациклился. Похоже, у тебя больше финансовых проблем, чем личностных. Я знаю. Ладно, давай начнем.
расслабься и расскажи мне все в точности, что ты чувствуешь. Что я чувствую? Я чувствую так, как будто бы там сплошные псы готовы меня взорвать на части. Эти собачьи, эти кошачьи консервы, эти животные, они хотят меня растерзать, я как маленькая мышка, я как жертва. Уведомление о выселении. Счета, которые нужно оплатить. Ой, мы опаздываем. Ну-ка давай, да ты что? Я же сам это сделал. Ладно, ладно. Меблированные, не меблированные. Съем жилья. Выбыл. Причина. Смертельный исход. Если нет порядка, это хаос. Би Андерсон. Господи, наверное, я все проспал. Черт возьми, а? Говорили мне, не спи на работе. Но когда кошка заснет на таком столе, отвезут ее в крематорий, да и сожгут. К прах к праху, к пыль к пыли. Андерсон, номер два. Несчастный случай, что ты пытался доказать? Господи, как ему пальцы обожгло. Почти что пальцев нету, кошмар какой-то. Ужас просто какой-то.
Боже мой, какой ужасный способ смерти. Джорджи, дело не в этом. Сколько раз тебе нужно говорить? Ты не можешь выбирать свою собственную смерть. Смерть тебя выбирает. Это хорошо. Это очень хорошо. Алло? Да. Комната все еще сдается. Да. Вы хотите приехать и посмотреть на нее? Так, посмотрим, что у нас тут есть. Помидоры, бифштекс, рыбий корм. Ага, то, что надо. Питти, пора кушать. Вы что? Тот самый, который мне звонил? Да, это я. Как вас, вы сказали, зовут? Винс. Винс Пауэрс. Ну что, комната в той стороне. Ну что же, это... Да, большое местечко, $300 в месяц. Там было написано, что это не меблированная комната. Ну да, конечно, не меблированная. Как насчет мебели? Нет, это невозможно. Я помню, я пометил крестиком. Не меблированная комната. Как-то не меблированная. Вот, пожалуйста, здесь поставлю крестик. Меблированная комната, $300 в месяц. Наверное, кто-то просто пошутил. Да, я не заметил этого. Господи, как это ужасно. Ну и мир. Вот так как насчет этого, Джорджи? Откуда вам известно мое имя? Ах, ну да. Так что будем делать по поводу нашей маленькой проблемы? Проблемы? Какой проблемы? Ну, похоже, что у нас есть вроде несогласие по поводу комнаты. Я не называю это несогласием, я называю это скорее недопониманием. Что вы думаете? Что я думаю? Я думаю, что тебе лучше что-нибудь придумать. Вы правы. Вы абсолютно правы. Я могу одолжить вам свои вещи. У меня не так уж и много вещей. Все в порядке, Джорджи, потому что мне очень-то много и не нужно. Что-нибудь еще, Винс? Да, чуть-чуть правее. Стоп! Великолепно. Ну, вроде бы все, да? Я как насчет обеда? Нет, я не голоден. Да не тебе, а мне. Ты смотри, здесь написано. Здесь все написано. Полный пансион. Где? Плюс обед. Ну, ты что думаешь, я это выдумал, что ли? Да и ты, наверное, устал от всех этих передвижений. Хочешь отдохнуть? Да. Действительно, я устал. Вот видишь, я так и знал. Я такой же плохой парень. Я тебе вот скажу, дай мне просто 10 баксов, и мы будем с тобой квиты. $10. А, я чуть было не забыл. Я должен забрать у вас деньги. Я еще здесь даже не спал, Джорджи. Я хочу сказать, мне нравится твоя постель. Мне нравится эта комната. И ты мне нравишься. А дальше что? Я что, должен отдать тебе свои сбережения для того, чтобы спать в неудобной постели, в ужасной комнате, по соседству со страшным типом? Это что, честно? Ну, наверное, нет. Я тебе уже скажу, завтра утром я пойду в банк, если тебе от этого будет лучше. А тем временем, как насчет этих $10? Это $50.
Не волнуйся, я тебе сдачи дам, Джорджи. В конце концов, мне это как раз то, что надо, на 5 дней. Может, тебе еще что-нибудь понадобится, Винс? Джорджи, поверь мне. Если мне понадобится что-нибудь, ты первым об этом знаешь. Приятных сновидений, Джорджи. Алло. Доброе утро, Уэллс. А чего ты там так рано делаешь? Я опоздал? Опоздал на работу? Late. Окружной морг. Нет, в конце концов, Винс. Во-первых, не надо сорить. Во-вторых, не смей пользоваться моими туалетными принадлежностями. Если ты воспользуешься ими, ты покойник, ты меня понял? Без моего разрешения ты ничего не можешь сделать. Чего-чего? Ты что-то сказал, Винс? Нет. Я не думаю, что ты что-то сказал. Ну давай, малышка. Вот так. Ну и как оттуда вид? Джорджи, вид, Винс, я не подглядывал. Ну конечно, естественно. А тёлка это мужик, я люблю тебя. Какая тёлка? А где деньги? Я же обещал заплатить ренту вовремя. Должно быть, я сегодня слишком сильно насорил. И не сдержал свое обещание, Джорджи. И это не в первый раз, когда я не сдержу свое обещание. Что, нету денег? Нету. Ты понимаешь, без этих денег я... Джорджи, ты хочешь сказать, что я пользуюсь своим положением и что обманываю тебя? Господи, ты, боже мой! Ты, похоже, даже мне твой список правил подсунул под дверь. Я так понимаю, что все это из-за утреннего беспорядка. Ты что думаешь, я оставил этот беспорядок для того, чтобы ты прибрался там? Ты что думаешь, я вырос где-нибудь на ферме? Я представляю, как ты сегодня чистил ванную и кухню. И представлял себе, как ты будешь мне все это выговаривать утром. Но ты меня утром не застал, а я пошел в банк. Я пришел в банк, а потом подумал, зачем мне брать деньги сейчас, когда дома такой беспорядок. Я пришел домой для того, чтобы прибраться на кухне, в ванной комнате. И представь мой шок, мое удивление, когда я выяснил, что ты уже...
прибрался на кухне и в ванной комнате для того, чтобы доказать мне что-то. Да я не пытался. Джорджи, по-моему, ты должен передо мной извиниться. Ну хорошо, Винс, я извиняюсь. Господи, ты боже мой, Джорджи, не извиняйся. Слишком поздно для этого. Но я тебе вот что скажу. Если тебе так сильно нужна эта плата за комнату, я пойду сейчас. Возьму эти деньги. Я знаю это местечко, где можно сейчас получить деньги. Я тебе отдам эти деньги. И не буду больше тебе портить жизнь. И мы с тобой будем квиты. Винс, подожди. Это можешь подождать до завтра. Ключи от машины. Что? Я же не могу идти пешком 20 миль. В противном случае меня не будет всю ночь. Ключи от машины. Надеюсь, что ты удовлетворен. Войдите. Здравствуйте, я Джорджи. I'm Georgie. У вас красивые пальцы на ногах. Спасибо. Я эксперт по пальцам на ногах. Можно сказать, что пальцы на ногах — это моя жизнь. Мой бывший ухажер сделал мне эту татуировку. Это символ его любви и соединения. Красиво. А что там написано? Шлюха сатаны. Я думаю, что он был немножко под кайфом, когда это сделал. Ну, все равно красиво. Это уж точно. Ну что, как они смотрятся? Тебе нравится цвет? Да. Да. Не волнуйся, Джорджи. Они не кусаются. А я-то думала, что пальцы на ногах — это твоя жизнь. Да, конечно. Эй, ты, маленький придурочек. Я смотрю, ты уже проснулся. Моя машина. Что ты сделал с ней? А чего ты так расстроился, Джорджи? Не знаю, я поехал с деньгами, а вчера вечером, наверное, не туда повернул. И в конце концов попал на парад. Простая ошибка. С кем угодно могла случиться, но это машина, Винс. Джорджи, ты прав. Поэтому я думаю, что вот это принадлежит тебе. Поздравляю, Джорджи. Первое место за самую лучшую отдекорированную машину. Если этого недостаточно, то... У меня есть деньги за квартплату, как я и обещал. Что я должен делать с этими... А, я так понимаю, теперь ты мне скажешь, что ты хочешь наличные. Ты знаешь, ты очень трудно удовлетворимый парень. К тому же было поздно, я торопился. Чего ему от меня надо? Все, что я хочу, это небольшой кусочек собственного мира. Все, что я хочу, это небольшой кусочек собственного мира. Вчера вечером в даунтауне случилось страшное ограбление. Неопознанный
Грабитель вломился в видеотеку и украл несколько сотен тысяч долларов мелочью. Машина была странным образом отдекорирована. Полиция все еще ищет эту машину. Хорошая машина, дружок. Ты знаешь, что это такое? Сэм. А здесь что написано? S-A-M. Сэм сосет. В следующий раз, когда будешь декорировать свою машину, позови нас, мы с удовольствием тебе поможем. Ах ты, маленькое дерьмо. Так. Ты к этому не подходи. Полиция скоро приедет сюда. Но у нас вроде бы не очень-то много места. Ну ладно, прекрати, Джорджи. Это распахнутые врата жизни и смерти. Всегда кто-то сюда попадает. И всегда для кого-то здесь есть место. Так что тут у нас уже кое-кто есть. Номер 15. Брюстер. Ассистент. Иллюзиониста. Бам. Ты мертв. Так. Поторопись вот с этим. А не будешь через минуту. Может быть, через две. Что у нас тут? Жертва убийства. Да, кошмар какой-то. Ничего подобного давным-давно уже не видел. Простите за задержку. Нечего торопиться. Все равно она никуда не торопится. Да. Неплохо. Ногти подрезаны. Да, это уж точно. Как ее зовут? Шлюха сатаны. You sure that's not just some sort of stage name? Ты уверен, что это не сценическое имя? Извините. What's that kid's name? Как этого парня зовут?
Если нет порядка, это хаос. Эй, секундочку. Эй, я знаю, что все это, конечно, не мое поле складывается, но это не я. Вы должны поверить мне, это не я, это мой сосед по комнате. Он меня с ума сводит. Ты выглядишь как дерьмо. Либо у тебя самые плохие манеры в мире, либо ты слишком глуп, чтобы... Не избавиться от улик после того, как ты избавился от тела. Избавиться от тела, от улик. Эй, ты что делаешь? Я хочу вам ее задницу показать. Ах ты маленький извращенец. У нее там есть татуировка. Откуда ты знаешь? Она мне показала эту татуировку. Это было до или после того, как ты ее убил? Что? Взять его. Попался. Я хотел бы купить очень мощный пистолет. А сколько собираешься потратить на все? Цена как раз подходящая, это самое лучшее оружие, какое можно купить. Пули, мне нужны пули. У нас есть разные пули. У нас есть разрывные, обычные. Самое главное, кого ты собираешься пристрелить? Я собираюсь его соседа по комнате пристрелить. Я ему собираюсь бошку пристрелить. В таком случае я бы порекомендовал тебе разрывные. Они самые лучшие для... Стрельбы с близкой дистанции. Распиши здесь. Через 48 часов ты сможешь получить пистолет. Таковы правила нашего штата. Нет у меня 48 часов. Эй! What's up, Georgie? Ну что, как дела, Джорджи? Hey, wow, эй, ты что? Rent's not due for another 3 weeks. Прекрати, ты что? Потерпи еще 3 недельки. Нет, я прямо сейчас тебя отсюда выгоняю. Давай обсудим это. Убирайся из моего дома, из моей жизни. Эй, давай попьем кофейку. Эй, слушай, по-моему, тебе кое-что следует знать. Нет, это моя квартира. Я устанавливаю правила, принимаю решения. Если нет порядка, это хаос. Я хочу, чтобы ты исчез. Не двигаться. Надпись на бейсболке «Святые». Как он? Ничего, он в себя придет скоро. Ему повезло. Ему очень повезло. Господи, господи, Джорджи. Да, действительно, в этот раз ты своего добился. Неужели тебе того, что было недостаточно? Ну вот. Ты потерял свою квартиру. Ты знаешь, Джорджи, я не могу избавиться от чувства, что я каким-то образом виноват в том, что с тобой случилось. Поэтому я решил, что единственное, что я могу сделать, чтобы помочь тебе, так это провести все свое свободное время здесь с тобой. Чтобы помочь тебе.
Goodbye, Georgie. Прощай, Джорджи. У него все прекрасно. Скоро он выздоровеет. Я думаю, что долго он здесь не задержится. Господи, сердце у него остановилось. Боже мой, по-моему, у него кровоизлияние. Никогда ничего подобного раньше не видела. Вы были с ним до самого конца? Да. Он сказал что-нибудь? Yes. Да. Он хотел, чтобы я сказал вам, что он вас очень сильно любил. И кроме всего прочего, он хотел, чтобы я получил свою страховку назад. Спокойнее. Сеанс закончен. Может быть, водички принести? Да нет, все в порядке. Господи. Сегодня мы добились определенного прогресса, не так ли? Господи, я так был разозлен, я даже не знал, что мне делать. Ну ничего, увидимся в следующую пятницу в твое время, Джорджи. Хорошо. Нет. Нет, этого мы не делаем. Послушайте, давайте я вас с кем-нибудь соединю, кто бы вам мог поподробнее об этом рассказать. Доктор Дэмси, поговорите, пожалуйста, с мистером Айзеком. Он хочет отменить свою встречу. Встреча должна произойти через час. Ну хорошо, давайте я поговорю с ним. Здравствуйте, мистер Айзек, это доктор Дэмси. Что я могу сделать для вас? Нет, нет, это как-то неаккуратно. Нет, это против правил. Нет. Мы не испытывали электрический шок на ее мозгах. Нет, никаких повреждений не было. Да-да, я помню, кошка в микроволновой печке. Да-да, естественно, будьте уверены. Наши способы очень аккуратные. Нет, она не взорвется. Нет, это неправда. Мы очень аккуратно лечим людей. Это было несколько месяцев тому назад. Да и к тому же эти ребята были всего лишь студентами колледжа. Нет, мы стараемся лечить не просто наших пациентов, а также семьи наших пациентов. Давайте-ка я поговорю с вами из своего кабинета. Он трубку повесил. Ну что, прислать к вам пациента, у которого с вами встреча в 11 часов. Да, пришлите. Ну что, начнем? Ну, вообще-то, доктор Линтон, я должен сказать вам, что я немножко озабочен. Насчет чего? Ну, сэр, в общем, та процедура, которой вы пользуетесь, новая. Я слышал, как ваш предыдущий пациент кричал: «Стив, я профессионал, я здесь, чтобы помочь вам». Вы что, действительно думаете, что я могу поставить в опасность ваше здоровье? Нет, то есть, да. Надеюсь, нет. В таком случае присаживайтесь. Маршал, скажи мне, что происходит? Ты испытываешь ощущение после смерти. Ты хочешь сказать, что я мертв? Да. А что я такого сделал? Ты что, не помнишь?
Я помню... Да, я помню оливку. Эй, смотри, как раз то, что тебе надо. Ну так что? Как насчет того, что мы с тобой обсудили? Можно попробовать. А что, если ничего не получится? Ничего не получится? Да. Тогда ты можешь забыть об этом. Ну хорошо, спасибо, я так и сделаю. Ладно, прекрати, Стивен. Так должно случиться. С каких-то пор это должно так случаться, когда речь идет о смерти. Маршал? Маршал, это Стивен Форрест. Маршал мне про тебя хорошие вещи рассказывал. Да, он собирается поместить кое-что от тебя в своем журнале. Правда? Да. Стив, вот, пожалуйста. Во вторник утром ты вылетаешь. Надеюсь, в следующей среде ты вернешься. Откуда я вернусь? Со съемок для журнала. Позвони ко мне в офис, я думаю, мы что-нибудь придумаем. У меня есть знакомые, с которыми бы я хотел тебя познакомить. Если все будет хорошо, то эти ребята просто обалдеют от твоей работы. Тебе нужно было давным-давно уже заняться этим. Он эксперт. Ух ты. Это то самое. Что? Вон, смотри. Пригласи ее на танец. Да нет, ну, ладно, прекрати, Стив. В конце концов, это твоя ночь, ты должен как следует все отпраздновать. Я не могу, почему нет? Я не танцую. Господи, Форрест, ты не танцуешь. Ты самолетами не летаешь. Что с тобой такое? Ну, не знаю. Может быть. Ну, хорошо. Ладно. Ну, хорошо. Попробую. Это было просто ужасно, не так ли? Да. С тобой, похоже, все случилось гораздо хуже, чем со мной. Он выглядел таким молодым. Господи, как я не люблю все это. Ты тоже не любишь все это? Да. Действительно, я это не люблю. Надо же, умер от того, что подавился оливкой. Господи, ты боже мой. Да. Прям как этот парень. Какой парень? Ну, который подавился сэндвичем. Жена ему сделала сэндвич, ушла, потом обернулась, и он был там мертвый, подавился сэндвичем. Да ну, вряд ли можешь подавиться сэндвичем. Да нет, то же самое с салмонеллой происходит и с другими продуктами. Нет, точно. Очень много народу погибает от продуктов и от всего того, что с ними связано. Я Элла, Стивен Форрест. А, вы его друг, тот самый из школы, фотограф. Вы эту фотографию сделали? Да, очень хорошо. Стив, мне очень жаль. Я знаю, что вы, ребята, были близки друг к другу. Ну что, ты не забыл про вторник? Я с тобой заеду. Вторник? Съемки. Ах, ну да, конечно. Ты ему рассказал? Ты должен сказать эту историю. Какой-то парень в Джорджии? Да. Ты что, не знал об этом? Там, в Атланте, этот парень шел по улице. Он взорвался. Ничего там не осталось, кроме ботинков. Он взорвался. Такое происходит. Мне пора. С тобой все в порядке? Да. Да. Хорошо. Он потерял пульс. Что, сердечный приступ? Стивен, чего ты боишься? В то утро я принимал душ. А что, если бы я поскользнулся, упал, разбил бы себе нос, и косточка от носа могла пойти по кровотоку ко мне в мозг, я бы умер. А неделю назад я брился. Если бы я порезался, если бы
Я сцепил еремную вену. Господи, ты боже мой. А вчера ночью я спал, и мне приснился сон про магнитические поля, про перемещение во времени. И как раз как-то в фильме. Да, я видел этот фильм. А сегодня утром, господи, человек умер у меня на глазах, а я даже не обратил на это внимания. Что это такое? Ложечка. Откуда ты знаешь Маршала? Я познакомилась с ним. На испытательном полигоне. Ты что, прыгал с парашютом самолетов? Да нет, просто я там отдыхал несколько недель, вот и все. Я занималась клипами MTV. Компьютеры. А ты не боишься, что из-за того, что работаешь на компьютере, у тебя могут возникнуть эмоциональные проблемы? Да нет, у меня на компьютере экран безопасности. Ну, как в кино, ты что, никогда об этом не слышал? Нет, я думаю, что я знаю, о чем ты думаешь. Глаза, вылезающие из орбит, глазные яблоки, падающие перед тобой тебе на ладони. Да, это глупо, да, это уж точно. У меня такое ощущение, как будто бы он наблюдает за нами. Ну да. В общем, некоторые люди звонят по ночам своим друзьям, потом начинают рассказывать о том страшном, что может с ними случиться, а потом вдруг узнаешь о том, что твой старый друг был убит до того, как позвонил тебе. Зачем ты мне расскажешь об этом? Ну, ты не бы слышал про эти страшные истории по телефону? Не рассказывай мне это. Ах, ну прости. Пришли. Ты меня чуть-чуть подпоила. Да я тоже немножко опинил. Удачи тебе в твоих съемках. А, спасибо. У тебя есть визитная карточка или что-нибудь типа этого? Так, на всякий случай. Ну да, конечно. Может быть, мы могли бы... Естественно. Ну хорошо, в таком случае. Веди машину поосторожнее. Пока. Маршал. Это был ты? В каком смысле? Ни в каком. Я просто думал, может быть, ты пытался меня предупредить по поводу чего? По поводу путешествия. Так оно есть, что случилось во время путешествия. Ведь так, да? Я не был в этом виноват. Ты всегда меня подталкивал, как я выгляжу. Где так загорело? В Испании. Ты, Кать, был в Испании? Нет, никогда в Испании я не был. Смотри на мой палец. Хорошо. Лондон. Ну так что? Где вы были? В Лондоне. Вам там понравилось? Вы что, там были? Нет, раньше в Лондоне никогда не был. Смотрите на мой палец. Сейчас, подожди, приятель. Как у меня прическа? Ничего? Ну так? Где вы были? В Италии. Моей бабушке будет скоро 90. Летели самолетом? Да. А вы никогда не волновались о том, чтобы летать на самолетах? Знаете, как все говорят, гораздо больше шансов умереть в собственной ванне или в машине. А самолеты абсолютно безопасны. Это самый безопасный способ путешествий. Нет, ну, конечно, может что-нибудь случиться, но сами подумайте, сколько всего может вас постерегать в течение дня. А на самолете другое дело. Стив Боу.
Стива, это я. Я с тобой заеду примерно в 7:30. Пора мне. Привет, Стив, это мама. Папа волновался, как там прошли похороны. Я люблю тебя. Привет, Стивен, это Пола. Я звоню для того, чтобы узнать, может быть, ты хочешь со мной выпить, перед тем, как уедешь. Так, на удачу. С тобой все в порядке? Профессор Марк Кэтман из университета Арканзаса хочет поделиться своими мыслями по поводу грядущего землетрясения. Профессор утверждает, что землетрясение будет примерно до 2 баллов. Профессор, чего вы ожидаете? Полного уничтожения. Мы скоро вернемся к вам. Я что, слишком рано? Ну так что, куда вы едете? Сан-Франциско. Собираетесь ехать в Лос-Анджелес как раз вовремя, что вы имеете в виду? Ну, вы знаете, это землетрясение грядущее и все остальное. Ну, знаете, я землетрясений не видел с тех пор, как закончил среднюю школу, а вы, наверное, тоже нет. Нет, конечно, дело не в трясении. Дело в том, что находится в этом городе. Это действительно самое настоящее убийство. Что это было? Наверное, что-нибудь загорелось. Господи, что это? Стойте! Что вы делаете, черт вас подери? Я не понимаю. Водитель сказал, что Форест на самолет не сел. Честно, то ты даже не поехал туда. Землетрясение. Ты помнишь, у тебя была эта каска с фонариком? Кто там? Какая каска? Такая, типа шахтерской. Та самая с фонариком. Да. А что насчет этого? Она мне нужна. Тебе нужна моя шахтерская каска. Кто там? Это Стивен. Ему нужна моя шахтерская каска. Привет, мам. Ты что, копаешь что-нибудь? Ты ужасно выглядишь. Привет, дорогуша. Ну что, как похороны прошли? Все было великолепно. Мы с отцом собираемся блинчиков покушать. Хочешь? Нет, спасибо, мам. Боюсь, что у меня нет времени на это. Ах, да, Стивен. Тебе действительно стоит позвонить своей тетушке Карле. У нее вроде бы глухота наступает. Позвони ей, пока она может тебя слышать. Хорошо, мама. Может, ты мне объяснишь, что происходит? Что? Я понятия не имею. Слушай. Какой-то парень по радио сказал, что вполне возможно будет землетрясение, и тебе нужна моя каска на всякий случай. Просто хочу быть готов. Вам, ребят, тоже стоит приготовиться. Может быть, ты хочешь оставить каску? Нет, нет. А что, если землетрясение застанет тебя в душе? Ты что, будешь душ принимать в каске? Нет. Может быть, тебе стоит прекратить принимать душ? Что ты имеешь в виду? Нет, ничего я не имею в виду. Просто, может быть, тебе стоит прекратить принимать душ? Да ну, прекрати. Это чушь какая-то. Вот ты именно чушь. Я подниму трубку. Алло? А, привет, как ты? Папа. Мне работу предложили. Большие съемки. Это хорошо, я знаю, что это хорошо. Действительно, это очень хорошо. Но я не смог сесть на самолет. Почему я это делаю? Я просто не уверен в том, что ты делаешь.
Я не понимаю, понимаешь ли ты, как ты реагируешь на то, что происходит. Когда я был в твоем возрасте, я понимал, что та жизнь, которую я живу, это не моя часть жизни. Если уж ты не счастлив по поводу того, что происходит, но тебе приходится жить с этим, позвони тетушке Карли, если ты хочешь, если не хочешь, не звони, перед тобой целая жизнь. То же самое в свое время сделал я. Я постепенно согласился с тем фактом, что та жизнь, которую я живу, это моя жизнь, и все, в конце концов, у меня стало хорошо. Это звонил Лея, и тетя Карла умерла. Что? Она умерла во время операции на ухе. О, Господи! О, Господи! О, Господи! Господи, Господи, Господи! Почему я ничего не помню? Может быть, в этом не было смысла, но я был так осторожен, приветик, печенница, тетя Карла. Как ты, миленький? Хотел бы я знать. А ты как? Я умерла. Ах, ну да, конечно, я слышал. Папа очень расстроился, я знаю. Я позвоню ему. Алло? Да, кто это? Синоптики сообщают о том, что в Калифорнии пока что хорошая погода, но, очевидно, на юге Калифорнии ожидается землетрясение примерно в 7-8 баллов. Пола! Накрой голову! Зачем? Привет! Проходи! Что случилось? Под стол! А в чем дело? Землетрясение. Это вертолет. Но ведь будет землетрясение. О, Господи, я знаю. Да нет, у тебя на лбу кровь. А, ну да, наверное, я. Надо же, как много. Дай я посмотрю. Ты чем занимался-то? Ничем. Ты гулял с ней? Несколько раз. Ты ее целовал? Тебе нравится Фред Астер? Что? Будет ретроспектива фильма Фреда Астера в кинотеатре «Музей». Я достал два билета. Тебе нравится Фред Астер? Фред Астер? Не то чтобы. Нет, ну он хороший парень, конечно. Отлично танцевал. Да. Именно это мне больше всего нравится. Танцы. Ну так что, ты хочешь пойти? Да. Yes. Ты куда? Я думала, что мы собираемся идти в кино. Ну не сейчас же, ты не хочешь идти? Нет, хочу, но просто землетрясение. Ты что, шутишь, что ли? Все еще ничего. Стивен, это чушь какая-то, ты себя странно ведешь. Я лучше подожду, пока все станет гораздо безопаснее. Абсолютно ничего, ни пульса, ни сердцебиения. Ничего.
Пола. 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 А, черт. Я так и знал, что в эту минуту я сделал что-то глупое, господи. Вот же, все так случилось. Все, что нужно было тебе сделать, так это перейти дорогу, что не мог сделать это в другом месте. Господи, я собирался пойти с ней в кино, нужно было мне перейти улицу по пешеходному переходу. Значит, ты понял. Конечно, понял. Там не было ничего безопасного, ничего безопасного. Дальше там не было ничего безопасного в этом мире. Ты что тут делаешь? Привет, маршал. Какой-то придурок уронил на меня молоток. А ты что делаешь? Должен был быть в Сан-Франциско. Я не смог сесть на самолет. Алло. Да, хорошо. Извините, ребята, мне пора. Похоже, что меня вроде бы возвращают к жизни. Просто обморок. Эй, Стива, если ты выживешь, позвони мне. Правда? Эй, иду. Да прекрати ты! Ты что, псих, что ли? Эти штуки, они же... Они же тебя убили. Секундочку, у нас пульс появился. Что ты имеешь в виду? Если бы ты не ел оливки, ты был бы все еще жив. Да, но, Стивен, мне нравятся оливки. Ожил. Господи. Это просто невероятно. Может быть, тебе следует вернуться ко мне на следующей неделе, Стивен. Сэр, похоже, я все понял. По-моему, у меня уже больше нет проблем. Доктор, вот, пожалуйста. Спасибо. Брэндон? Привет, Брэндон. Миссис Долтон здесь. Миссис Долтон здесь. Она пришла вовремя. Миссис Долтон здесь. Я ее пущу к вам. Миссис Долтон здесь. Я ее пущу к вам. Это миссис Долтон. Она пришла вовремя. To be close.
enough.